Smartphone satılamoqçı mısınız? Play Market App Store'dan bizni yükləb alın. Уважаемые лучшие болельщики мира, я хочу вас поблагодарить от имени нашего джамаата, отца, лично меня и от имени тех, кто сегодня здесь присутствует, поблагодарить вас. Вы являетесь главной мотивацией нашего движения по лестнице вверх. Вместе с нами и вместе с спортивным сообществом всего Дагестана вы являетесь самой большой частью нашего пояса. Вы мотивируете каждый раз нас на большие подвиги. Вам огромное спасибо. И хотел бы обратиться к вам, передвигаясь по дорогам домой обратно. Молодые ребята из окон не высовывались. Не нарушали на дороге, уважали друг друга и носили весомый вклад по стабилизации порядка в республике. Вам огромное спасибо. Уважаемые дагестанцы, слово предоставляется депутату городского собрания города Махачкалы, президенту спортивного клуба имени Магомед Наби Базарганова, Базарганову Мураду Магомед Набиевичу. Ассаламу алейкум, братья, ассаламу алейкум, дорогие сестры, ассаламу алейкум, дорогие гости республики. Вам огромное спасибо сегодня, что вы пришли поддержать нашего Хабиба. Я много говорить не буду. Хабиб, тебе огромное спасибо, что ты такой праздник. Ты дошел до самой вершины. И тебе огромное спасибо, что ты подарил сегодня нам такой день. И сегодня... Ты достояние республики, ты достояние России. Спасибо всем! Уважаемые дагестанцы, слово предоставляется первому заместителю председателя парламента Ахмеду Салиховичу. Салам алейкум, дорогие друзья. Салам алейкум, дорогие дагестанцы. Действительно, Хабиб всем нам устроил большой праздник. Мы позавчера не спали, весь город не спал. Вся Россия не спала. Дорогой Хабиб, у тебя, брат, не только 150 миллионов в России, десятки миллионов во всем мире поклонников. Ты всех обрадовал, потому что ты не дал нам сомневаться ни одной секунды в победе твоей. Спасибо огромное отцу Абдулманап. За сына, брат, тебе спасибо. Всем хорошего настроения и хорошего вечера. Спасибо. Ассаламу алейкум, добрый вечер. Уважаемые дагестанцы, мы все радуемся. Даете. Понятно, что Хабиб при этом там по творению говорит. Фахадыка можно, потише. Еще раз, ассаламу алейкум, братья. Давайте начнем. Я чуть-чуть пообщаюсь с вами, а то, чтобы столько людей пришло, чтобы не было. Ассаламу алейкум, спасибо, чтобы я ушел. С самого начала вы следили за всем этим, да, все, что происходило там на пресс-конференциях там, и так далее, там,
в интернете, разные интернеты, везде. Сколько всего было. Я только одно просил Всевышнего, чтобы он меня и этого придурка закрыл клетки. Я каждый день просил Всевышнего, чтобы он нас закрыл клетки. И первое, что я хотел ему доказать, это показать разницу между нашим народом и его народом. Вот что я ему хотел показать. Потому что мы все здесь знаем, да, какая большая история у нас, какие у нас были предки, какая большая у нас история, и через что прошел наш народ, и ничто нас не сломает, ничто. Я это знал, и я хотел, чтобы я это продемонстрировал внутри клетки. Я каждый день просил Всевышнего, чтобы никто не получил травму, ни он, ни я, чтобы мы аккуратно сделали вес, восстановились, и наконец-таки, чтобы нас закрыли клетки, потому что было очень много сказано за пределами клетки. И я говорил UFC, и 6 октября, когда клетка закроется, потом я за себя уже не отвечаю. И то, что было там после боя, кто-то говорит там неправильно, кто-то говорит правильно. А я знаете вам, что скажу. Орлы в клетке не сидят. Орлы в клетке не сидят. Я это им показал. И ему показал, его команде показал. И самую большую мотивацию мне давал мой родной Дагестан и все болельщики, которые меня ждали здесь дома. Большое спасибо всем. Эта победа была очень нужна для нашего народа, потому что очень много моментов, очень много неприятных новостей постоянно показывают про наш Дагестан. Хотя нашему народу много не надо. Алхамдулилля, у нас есть все, у нас есть наша религия, у нас есть трудолюбивый народ, терпеливый народ. И самое главное, что мы были вместе, чтобы мы не разделялись на нации, аварцы, лакцы, даргинцы там и так далее. Все нации не буду говорить. Мы дагестанцы. Спасибо, братья. Огромное спасибо, что пришли, поддержали. Клянусь Аллахом, мне даже неудобно будет сейчас уходить. Столько людей пришли на меня посмотреть, меня поддержать. И большое вам спасибо. Валлахи, очень мне приятно за это. Спасибо, братья. Дорогие друзья, уважаемые дагестанцы, слово предоставляется вице-президенту Федерации борьбы Омару Муртазалиеву. Ассаламу алейкум, дорогие дагестанцы. Мне очень приятно сегодня быть здесь вместе с вами в этот замечательный, прекрасный день. День, когда на землю Дагестана пришла такая победа, пришел такой успех. Хотел бы от себя лично и от Федерации спортивной борьбы России поздравить всех вас, поздравить Хабиба, его отца, родственников, близких, всех вас, болельщиков, с этим великолепным праздником, великолепной победой, которая была одержана в Америке. Я хочу пожелать, чтобы наш дорогой Хабиб был лучшим всегда. Он лучший спортсмен, он лучший чемпион, он лучший человек. Поэтому давайте поддержимся, давайте поприветствуем еще раз. Спасибо тебе, Хабиб, успехов тебе, новых и новых. Мы всегда с тобой. Уважаемые дагестанцы, слово предоставляется главе муниципального района Цумадинский район Вичедову Анваргаджи Магомедовичу. Ассаламу алейкум, дорогие дагестанцы, россияне! Хабиб еще раз продемонстрировал высокий класс. Дух дагестанцы, он подарил эту радость нам, стране, Европе. Вся Европа, вся Россия, весь мир танцевал под его музыку. Пожелаем ему успехов, здоровья, удачи, еще больших побед. Мы ждем от него.
Он оправдал наши надежды. Он подарил победу стране. Он подарил победу президенту Российской Федерации, общенациональному лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Успеха тебе, удачи, здоровья, спокойствия, сабру. Ассаламу алейкум, уважаемые дагестанцы и я Хабибу желаю всех благ в этой жизни и в первую Dog'istonning prezidentidan prokurori hammasi kutib olgani chiqqan va tabrikladi. Ovozi ham ishlamay qolyapti. Уважаемые болельщики, уважаемые дагестанцы. Братья, большое спасибо. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Это очень важно. Это очень важно. Молодец. Большое спасибо. Иншаллах, увидимся скоро. Я никуда не ухожу, я здесь, в Дагестане. Спасибо, братья. С нами только что был Нурмагомедов! Пожалуйста, соблюдайте дисциплину. Ведите себя культурно и достойно. Shuna qilib, hozirgina keldi Dagestanga. Ajoyib kutib olishdi, ko'rdi. O'zimizdan bormoqchi edi, lekin ishlar ko'p, kutib olgan chiqa olmadi Habibni. Kanalga obuna bo'linglar. Yana Habibga o'xshaganlar ko'p chiqayapsan, musulmonlardan. Habibga balet qiladiganlar bittadan like va podpisatsiya. Assalomu alaykum. O'zbekistondan xudo xolasi inshaalloh bundan zo'rlar chiqadi.